Как рассказать историю большой любви, если знаешь, что она вот-вот закончится? Если хочешь, чтобы в жизни все сложилось, нужно эту жизнь любить. Безоглядно. Не теряя ни секунды. Ведь в любой момент она может подойти к концу. Если это все правда, как долго? Возможно, до Рождества. Этого Рождества? Основано на реальных событиях. Я, кстати, Штеффи. Я Стив. Штеффи сбежала. Уехала на машине с этим парнем из цирка. Так, я еду за ней. Подожди, я соберу вещи. Говорят, путешествие — это само по себе награда. Я сейчас еду в Париж. Я, конечно, бухой, но не настолько. Иногда дорога так захватывает, что ты забываешь о пункте назначения. Как думаешь, корову можно оседлать? Ах ты, черт, это была неудачная идея! Не знаю, буду ли я больше скучать, потому что мне нравилось. Или потому что не успела. Штеффи! Привет, я Стив. Что? У него там просто стекло застряло. У нее татуировка. Какая еще татуировка? Бог, ты иногда такой засранец. Ты шутишь, что ли? Небеса подождут. Это из-за болезни? Нет, это из-за текилы. Скоро в кинотеатрах.